Всем привет! На связи оптовый магазин Мориопта. Меня зовут Екатерина, и сегодня у нас на обзоре магнитный конструктор. Давайте с вами рассмотрим коробку. Коробка прям очень крутая, если честно. Прям, как видите, очень качественная. Так, давайте посмотрим. У нас 58 деталей, возрастная категория 3 лет. Очень красивая разноцветная гравировка. Такая вот коробка. Состоит она у нас из такого прям картона плотного. Вот, давайте мы достанем саму коробку. Вот, вы как видите, очень качественная такая коробка прям. Вот, так, сейчас, секундочку. Так, вот сама черная коробка. Давайте откроем, посмотрим ее комплектацию. Открыв коробку, мы первым делом видим инструкцию. Инструкция у нас такая вот. Тут показано все, что можно будет сделать. Вот. Все, что можно соорудить. А вот инструкция она. У нас она на английском. Вот. Первым делом мы что вообще видим? Видим пульт управления. Как вот он выглядит. Сюда подсоединяются провода. Вот. Провода получаются даже. Вот, давайте смотреть дальше. Так, что у нас идет по комплектации? Видим таких два порта, с помощью которых дается электричество. Так, видим у нас гусеницы, да, или как это называется, гусеницы, да. Вот. Ну, можно сказать, колесики. Их в наборе 2 штуки. Вот. Видим вот такие вот квадратики. Их у нас всего 2, 4, 6, 8. Это желтый, голубой, такой вот темно-синий и красненький. Вот. Ромбики у нас. В комплекте их 2 штуки. Вот. И такие вот треугольнички у нас еще есть в комплекте даются. Это такой вот розовый, зелененький. Вот. Такие вот 4 треугольника. Их 2 в комплекте. Так, что еще тут есть у нас? Получается 6 треугольников. 2 красных и 2 розовых. Вот, итог 4 красных. Ну вот, и 2 треугольника таких прям вот с треугольником. Вот. Давайте смотреть дальше. Так, также в комплекте у нас идут вот такие вот детальки. Их 4 штуки всего. Такие вот зелененькие. Вот. Такие вот панельки есть. Их 2 в комплекте. И панельки для наклеек. Сейчас посмотрим. Их, по-моему, там 4 штуки. Вот. На вот эти панельки клеятся такие вот наклеечки в комплекте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Вот. Такой конструктор прям хорошо поможет развить вашему ребенку воображение, моторику рук, смекалку. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем пока!